6 квітня комісія із представників Дніпропетровської обласної ради перевіряла надземний перехід на Слобожанському проспекті. Довгобуд коштував області майже 27 мільйонів гривень, і перед тим, як передати об'єкт із обласного балансу на міський, потрібна перевірка на доцільність використаних коштів. Сьогодні ми виїхали в составі комісії для того, щоб перевірити, хоча б візуально определити, всі ли дані, обозначені в зміті, были израсходованы при использовании бюджетных средств. Мы сделали определенные замеры, мы сейчас посмотрим на эти цифры. Если здесь будет действительно недостача, мы будем предпринимать меры, как депутаты областного совета, для того, чтобы виновные лица были наказаны. Здесь, прежде всего, идет об уголовной ответственности. Честно говоря, то, что он не работает, это, конечно, плохо. В данное время он уже, сколько не работает, где-то примерно месяца три заморожен. Я считаю, это неправильно, то есть надо его запустить. Давненько, короче, надо, чтобы он работал, честно говоря. Если честно, уже так привыкли к светофору, переходить на светофоре. Такой необходимости даже не чувствуется. Не, молодцы, сделали хороший переход. Желательно, чтобы заработал. Это будет полезно для пожилых людей, для инвалидов, а также для молодых, чтобы не перебегали дорогу, а ходили по переходу, по положенному. Мне не нравится, я боюсь высоты. Внешний вид хороший, но вы понимаете, что для моего возраста мне легче вот так перейти.